Снова всем привет. Не знаю, как там в тот раз было интересно, нет? Сегодня мы потратили в двух магазинах $7. Купили всяких вкусняшек неполезных. Там наш стакан. А вот в одном магазине купили такие вот по две булочки медовые за 50 центов, то есть 2 за доллар. Еще купили вот такую штуку, я не знаю, что это, сейчас буду пробовать. That is a chico stick. Okay. Я не знаю, что такое chico stick. Сейчас мы это попробуем. Но вкус как раковый. That was priceless. Помните, такие были в детстве конфетки, назывались рачки? Вот это на вкус, вот это, рачки. Еще мы пили вот такую смесь для торта, вот для такого шоколадного. Вот. Там же, ну, вот это стоило доллар. Коробочка такая тяжелая. Сколько здесь граммов? Здесь 432 грамма. Затем, у них такие кремы, они сами не делают, видимо. Продаются, поэтому такие специальные фростинг. Это шоколадный. Он выглядит вот так вот. То есть, как вот этот крем здесь на картинке. Тоже доллар. И в том же магазине мы купили вот это. Это... Блин, я не помню, как они... Я тоже сейчас попробую специально, открою. Но я помню, в детстве такие ела. Тут как бы на вкус шоколадные такие тянучки. Вот, типа ириска и типа шоколадная, непонятно. Вот, тоже стоило. Вот. И сейчас такую будем жевательную палочку открывать. Написано ванила, ванильная. It's not what I thought it was. Oh, you're about to find out what it tastes like. It's chewy. Uh-oh. Mm-hmm. I like this one. Mmm. Мне нравится. Mmm. Try frozen. Надо заморозить ее. Okay. Пока. Ну и там же мы купили за доллар вот такие вот два... Как это называется? Ну, понятно, для торта, да? Формы. Вот, такие две штучки. Мы когда покупали... Где они у меня? Покупали тоже раньше такие за доллар. Думала, они одноразовые. Ну, нет, они у меня, в принципе, хорошо держатся еще. И мы купили такую ненастоящую фейковую колу. 2 литра. 3 литра. Ого. Я только сейчас заметила, да, 3 литра за доллар. Сейчас тоже попробую. Газировка у меня такой этот. Какое-то бешенство сегодня на что-нибудь сладкое. Вот, вот. Сейчас буду все это пробовать. Сейчас я буду пробовать газировку. Она называется Stars and Stripes. Это звезды и полосы, звездно-полосатые Coca-Cola. Или просто кола. На вкус должна быть как кола. Не знаю. Жвачка. I'm not sure we have a gum. It tastes like this. Gum? Mm-hmm. Какая-то такая российская дешевая кока-кола, но, блин, так вкусно. But that says cola, mm-hmm. right? And it tastes like gum. You don't have gum with cola. Oh, we don't have gum with cola. Or melon. У них нет жевачек. A gum with a melon? With a melon flavor. Or a cola yeah, flavor. We have... You know what? We do have gum with cola flavor. I'm thinking of a cola with a gum flavor. Am I in focus? Yeah, you're in focus. Я сейчас лопну. Nope, what she just said. Okay.